Йоу, здорово, с тобой Врумыч, я опять на том же самом месте, что и был в прошлом видосе, я отсюда не уходил, сутки специально ждал, чтобы записать здесь, в общем, это четвертая часть PvP-турнира, камбэк PV146, предыдущие три части смотрите в описании, также напоминаю, что обязательно поддерживайте видос лайком или дизлайком, если он вам не понравился, вы тем самым помогаете в развитии канала, и также в описании находится много полезных видео по Perfect World, желаю приятного просмотра. Так, ну что, танк против мага-панка? Желаю успехов танку, могу сказать. Привязка по Магапанку сразу тут пошла, очень нормально так лицо оторвало Магапанку. Но Магапанк спокойнее, как бы вот. Просто словите вот этот чил Магапанка. Спокойненько, слипчик. Заморозочку. Атака земли. Откатил грубое. Кстати, танк без обманки до сих пор. Сможет ли... А он ему хочет пол хп сейчас сбить, скорее всего, в пол хп рассказ даст. Да, слипчик. Атака земли. Правда, атака земли же спала, спадет сейчас, да? Вот скала. Сейчас пение, скорее всего, будет. Яд, секрет. Да, мид. Мид, феникс. А он да ему даже со скалы не откатил, но там он сразу ему от огня нажал, танчик, нормально. В этом он как бы могет. Так, мегапанк. Ну, пока кайтит, я не знаю. Что там, сейчас обманка, адреналин. Сейчас не сильно он будет его, наверное, раздамаживать. Да, кидает вон дот. Станчик кастует. Он вообще не... А, нет, тут станчик просто по магапанку прошел. Это, ну, типа, магапанк максимально расслабил сейчас булки и сидит просто чилит. У меня есть такое ощущение. Хотя у него, в принципе, всегда такие ПВП, что такое чувство, как будто он просто спокойненько чилит. Ливень, станчик. Там танк уже откатил, кстати, потратил аптеку. Он понимает, что там нет аптеки. Возможно, магапанк подождет, пока не будет сейчас сильно кастовать, пока не закончится, скорее всего. Но я бы подождал бы, конечно. Я не магапанк. Я не такой, конечно, профессионал, как этот молодой человек. Но я подождал бы, конечно, обманочку. Так, пошел замес, развалочка. А как хп пропало? Блин, я тут Добрыню читаю. А тут, оказывается, блин, чуть не отлетел танчик, соряныч. Хотя мне, наверное, самому не надо отвлекаться. Вот и все. Ну, даже обманку, на самом деле, не откатил. Но размял. Нервы потрепал, так сказать. Нервы, конечно, потрепал. Станчик. Спокойненько стоит. Вернул немного на место. А он даже не свапается, да, по-моему? Да, судя по пене, он даже не свапается. Он просто в хэви стоит. А вот сейчас свапнулся. В па. Ливень не прошел. Камень не прошел. Не согласка. Но он свапается. Свапнулся. Побаиваться немного. Шарика, может быть. А там шарика-то нет. Или есть шарик? Ему над огня, кстати, на танке нажал. Нажала, возможно, по-моему, там девушка даже играет. У Тарка обманка закончилась, чекай. Закончилась обманка, ливень сработал. Фулпа, магапанк, клеймо, раз. Пол хп, ровно, откатил, сейчас хиру, пошел. Пение, яд. Там грубая, конечно, но летит все равно неплохо. Грубая, откат места кинул. Или откат, чего он кинул? Бля, я не могу посмотреть. Да, место кинул. Грубое потратил. Слип. Заморозка. Магапанк. Магапанк может и так убить, поверь мне. Магапанк может и так убить. Атака земли. У танка ничего сейчас нет. Он и грубое отдал уже. Так. Иммун от огня. Иммунку просто нажимает и будет, скорее всего, сейчас раскастовываться. Да, иммуночка. Бац, клеймо. Два клеймо, три клеймо, бац. Ай-яй-яй, что он кинул ему? Ой-ой-ой, сейчас может хп, кстати, жестко откатиться. Прямо сейчас. Откатилось хп. Сейчас можно убивать. Не согла. Успеет ли убить? Нет? Нет, не успеет, возможно. Да, возможно, не успеет. Но неплохо было сыграно. Девушка на танке. Бля, девушка на танке с магапанком в 1/4 финала. Но она кого-то убила. А, Лупу. Лупу убила, по-моему. Минута до дуэли. Ну да, возможно, здесь просто дуэль. Сейчас спокойненько, потихонечку. Мистическим светом даже не бафается. Ну, слушай, нет, все равно кидывает и стер просто. Магапанк стер под мид прям перед самой дуэлью, возможно. Но это какая-то магия с минута до дуэли, где просто либо расслабляются, либо еще что-то. Просто до свидания. Просто до свидания. Ставлю на вело. Но тут не вел пока. Так, ТП со станом сразу же начинается от Обита. Опа, Обита чем дольше... Слушайте, чем дольше турнир идет, тем Обита больше под пивасом. Так что это, в принципе, выгодно затягивать против Обита. Так. Так, станчик проходит по Обиту. Немного не то он нажимает, конечно. Но Обита тушит. Обита бежит. ТП со станом еще один тратит. Больно, кстати, там магу. Больно, бурю юзает. Очень больно. А что так с лицом? А что с лицом? Обита.
в прошлом раунде, что маг, что страж, они дрались, вот аналогичная у них дуэль была. То есть у мага против стража, у стража против мага. И они оба ее выиграли. Победители проф, так сказать. Выясняется так, свап пошел. Хорошо, свапнул красиво. Не согла, по обе-то. Магапанк склеил, кстати, да. Магапанк склеил, мое почтение. Птичка. Вот с птичкой может поддушить, кстати. Но надо ему бежать сразу в мага, чтобы он не дал птичку убить. Надо бежать сразу в мага, желательно ТП со станом. О, он еще его и откинул птичкой. Неплохо. Но птичка умерла уже сейчас, запал пошел от обита. Но дальше никакого продолжения, скорее всего, не будет, потому что маг подкачивает. Дебаф на металл пошел по магу. По магу дебаф от металла пошел. Ну, такое пойдет. Что здесь у нас? У нас здесь фулл инт, кстати, у нас здесь маг. Кстати, далеко маг прошел, это тоже стоит заметить, да и страж тоже далеко прошел. Обычно у нас, по крайней мере, на прошлом турнире было куча синов просто. Стены, здесь страж, здесь маг. Ну, страж, вообще, по идее, маг может просто, наверное, стоять, АФК хилить себя. Скала пошла по обиту, 16 тысяч откатил, пошел расколбас. Мид без мида, песчаночка, 5 тысяч, ТП со станом. Тычка там 3200 остается. Камикадзе. Станчик от камнепада. Феникс. Живет. Обита просто выживает на каких-то крополях. Неплохая склейка сейчас была по обиту. Он чуть ли там не погиб. ТП со станом сейчас ему помогло. Его спасло. Там прям буквально и одна тычка просто в соску ушла. Тени подбегает. Пошел. Побежал к магу. Ну, маг отпрыгивает пока. ТП со станом, скорее всего, нет. Высасывает чимаг. Обита пытается здесь сократить дистанцию, но все тени он пробегал просто так, выкинул две чи. Маг, пошел с камня. Раз, клеймо, обжиг мид. Обжиг и мид. Ну, антиогонь Обита нажал. И, в принципе, хорошо все задефал. Грамотно. Показывает Обита, что можно жать кнопочки здесь. Как он говорил, что люди не умеют жать кнопки. Теперь он показывает. Клеймо летит. Раз, клеймо, два, клеймо. Скала! В антистан скала. Обита нужно просто покатить спокойненько, да. Это бомбезно. ТП со станом от Обита сразу же тени. Камикадзе от мага. Не согла. Отпрыгивает от теней. Пол хп. Хил первый пошел. Обита бежит за магом. Пение. Запал. Запал перекидывает. Сила. 11 тысяч. 2 тысячи снес. Обита душить. Маг ждет несогласки. Скала по Обиту сразу же пролетает. И сюда мид, скорее всего, уверенность нажимает Обита. Пытается здесь со скиллов с дальних скинуть. 3000 остается у мага. Но там уверенность додушивает. Имунку нажимает. Оба в имунке сейчас. Маг отхиливается сейчас на полную. Пошла птичка. Сейчас птичка должна поддушить мага. Станчик от птички нужен. Стан получает маг. Отпрыгивает. Потому что птичка с автоатаки ударила. Обита 3000. Все, маг 3 хила потратил. Обита прыгает со станом. Запал. Также перекидывает. Пошел ДПС. Чистую сферу нажимает маг. Ответка от мага сейчас должна быть. Атака земли. Прыгает за Обита. Нажимает пение. По Обита пошел ДПС. И маг здесь переворачивает все-таки здесь. Маг. 3 хила, конечно. Но если бы не хил. Но 3 хила разрешено. 3 хила все-таки да. Так. Ну, ждет ПТП, покатит ПТП. Отпрыгивает просто. Ну, давай подальше еще. А все, ПТП у Лехи борода закончилась. Так. Ой, ТП со станом задоджил Нонтрич. Обнаружение нажми. Хорошо, обнаружение в привязке син стоит. Кровавая по Лехе бороде. Иммун от металла. Отменил, по-моему, кровавую, кстати. А Леха борода нажал иммун от металла. Но металл летит по нему. Лоха борода, душит до конца, лук его просто, привязочка не проходит, привязочка по луку. Ой, по сину. ПТП откатилась, а теперь Лёха борода, пошла твое время. Настало твое время. Ой, обманку откатил он как-то ему уже, две чи. Лёха борода, иммунка. Лук, как же лук душит. Как же он его душит. Инвиз, обнаружение. Есть обнаружение. Сразу же выходит в парящий антистан. Обнаружение в КД, да, скорее всего? Так, Леха борода тут. Heavy look. Сейчас посмотрим. Да, heavy look. Ну нифига он там ему лицо так-то нормально отрывает. Слип, две чи. Заклятие князя нажал. Рано, наверное, нажал его. ТП со станом Леха уже вроде отдал.
Связь напета красиво. Да, нормально. Парящий. Привязку в парящий. Интересно. Хотя, наверное, это за чьи. Пытается в инвиз уйти, но там на обнаружение, наверное, надо запускать. Привязал сина. Шарик ушел. Прыгает. А, в пассете, кстати, поймал шарик. Стан. Уверенность на луке, в пассете. В Леху на развороте. Кто-то должен кого-то сейчас убить. Хотя, нет, ладно, в инвиз уходит лук. Второй инвиз. Блин, они с этими петами, конечно. Блин, петов вообще запретить надо. Да, лока классная. Че, земля. Нормальная лока. Чтобы луки там прыгали нормально и так далее. Привязка. По сину не проходит. Борода прыгает. Раскол также не проходит. Слип. По нонтричу. Стан. Но сейчас он не откатит его. Пытается, наверное, чина бить, да. Привязкой. Зигай. Пол хп. Вот только сейчас откатил хиру. Шарик. Уверенность там была у лука или закончилась? Чистая сфера еще осталась у лука. Лук хорошо. Парящий. Слух и пытается борода, видимо, почистить, да, антистан. Ловит стан. Нет, не ловит стан, кстати. БТП скоро закончится. Далековато катит, конечно. Очень далеко они выбегают. Нажимает, кстати, таблу на антистан на развороте. Теперь син начинает убегать. Вот эти стандартные побегушки, как это было в первом раунде у Лехи, когда там сначала он бежал за сином, потом обратно бежал. Сек кайт. Парящий сбил, кстати, он ему словил стан. Кровавая. Опа, бам-бам. Обнаружение бы нажать. Плюха такая сочная должна залететь, но не залетела. Обнаружение нажал. Эх, станчик не откатился. Слип ловит нонтрич. Стан. А он, кстати, был в пассете, поэтому сразу же нажимает уверенку. ПТП от бороды. Моего перса не видят. Нет, конечно. Стан по нонтричу. Но он отдал уверенность сейчас, надо его добивать. ТП со станом, хорошо. Че, это реально мид сыграет? Я-то думал, ПВЕ моча, все. Добить! Хорош, красиво, блядь. Вот, как надо ТП со станом использовать. Вот. Ку. Ну, слушайте, мне кажется, уже Вилман выиграл. Тем, что син его говорит, ну, поздоровайся хотя бы со мной. Морально, так сказать, Вилман победил. Отлетел чела, который уже где-то там, что? Ну вот, Godlike в 1/4, я вот он меня победил, вот. Чел как бы показал, что он может, понимаешь? Не какой-то, я не какому-то там этому проиграл, так что нормально. Себя дефую немного. Но это крофлю, на самом деле. Я ошибся там просто. За Вилмана. Давайте, щиты подняли. Лень Вилман получил. Вилман кайфует. Но станчик по Godlike прошел. А он себе не сделал, да, эти кастеты? Которые снимают. Станчик с копья прошел. Что, Вилман? Ты кому там еще подкрутил? Давай еще свечка пусть пройдет у тебя. Ну, хоть тут иммун, кстати, слава богу. Ну, сидим, чилим пока в лене. Станчик не проходит. Копье не проходит. Синчик просто стоит в упор, пытается его почистить. Нормально. Ну, кстати, Вилман даже не обновляет баф. Станчик по синджику проходит, но пока еще на нем лень, драки, срабатывает ярость. Хорошо, блин, как он отменяет эту свечку просто, блин, Вилман. Слип, обманочку. Варом нельзя сутру юзать, можно? Просто больно будет тебе за сутру. Можно юзать сутру, просто сутру не юзают, потому что невыгодно. Так, ну лень на варе. О, купил он все-таки себе. Слушайте, он сделал себе эти кастеты на снятие лени. Красавчик, Вилман. Вилман красавчик. Че, думаете, затянется это? Кстати, закончилось ПТП. Вилман прыгает. Станчик. Ой, задолжил вспышкой. Сейчас бы как-то с чем-то дать. С копья тоже не прошел станчик. И Godlike пока время себе выигрывает все-таки. Свечку не хочет тратить. С копья... А, зарадающего шторма зашел стан. Ну, дальше уже все. Станчик. Рык. Не проходит от Вилмана. Зарождающий тоже не проходит. Но Вилман пытается как-то откинуться от этого.
Ну, Godlike просто стоит в упор. Он даже не хочет его привязать, отбежать и чистить. Он просто стоит в упор у него чистить. Почему он с меня так с лука не стрелял? Скажите мне, пожалуйста. Почему он в меня так с лука не стрелял? Ну, у меня единственное, у меня 8 ПЗ не было, блядь, из-за вот этой печати. Это, конечно, пиздец. Это эпик фейл, возможно, из этого умер. Так, кстати, почистил он сейчас Вилмана, пошел ДПС. Но рык проходит по Godlike. Так что, в принципе, пока нормально. Вилман ПА, свечка, не проходит. Станчик рык тоже проходит. А закончилось ПТП, кстати. Закончилось ПТП, ярость срабатывает сейчас у Вилмана дважды. Свечка, пике. Байтит, кстати, на... Ой-ой-ой-ой-ой. Думал, что заклятие князя Син нажмет. Отменил свечку и дал пике. Не нажимает князя, кстати. Но там уверенность, скорее всего, есть. Вилману нужно иметь в виду в этом. Что там есть, скорее всего... Копье. С копья стан проходит, хорошо. Уверенность сразу нажимает Син. Станчик не проходит. А, нет, уверенность там ответная сразу от Вилмана. Вилман сразу же душит, пока есть уверенность, но уверенность заканчивается. Лень получает Вилман. Ну да, здесь дуэль, скорее всего, будет. Здесь прям, скорее всего, дуэль. Но пытаются здесь драться до конца. За это уважение абсолютно. Пытается лень себя снять, не получается. Бьет просто с кастетов, пинает копье. Стан не проходит. Рык. Рык тоже не проходит. Пытается почистить Godlike Вилмана. А она таблу тоже чистит? Блин, это тогда неприятно, если таблу чистит. Ну, Godlike уже сдается, что там, говорит, да сколько там уже до дуэли. Это дуэль. Но сейчас Син, конечно, будет ждать откат, поэтому можно чаечек попить. С инвиза начинает Godlike, кстати, после плюса сразу уходит в инвиз. Обнаружение не жмешь? На варчике. Вар куда-то побежал полубогом. Полубоком бежит, а он не хочет обнаружение юзать, наверное. Хочет оставить его на второй инвиз. Из сюрикена все-таки вытаскивает, выходит Godlike. Ну и все, лень на варе. И кайфуешь. Стан у тебя не проходит, обезглавливание по тебе проходит. Привязочка проходит, и пошли, пошли, оп. А, он сразу же решил отдать уверенку на Вилмане. Ну да, потому что хп-то у тебя не бесконечное. ТП со станом сразу же. Опа! Антистан успевает нажать после уверенки. Хорошо. Да как же это, как же они и бахают. Так, станчик прошел по Godlike. С топоров пытается убить. Пике не проходит. 10 тысяч хп. Прыгает с привязкой. Свечечка проходит! 8 тысяч! 8 тысяч Godlike. Не свапается, да, Вилман? Не свапается Вилман. Станчик. Еще станчик по ТП проходит. Просто как? Это ПТП работает. Чистую сферу прожимает Godlike. Антистан нажимает на варе. 3000, 2000. У Godlike. Godlike ничего не может сделать. Godlike стоит. Станчик ловит обманочка, откатывается. Godlike просто пишет скобку и все как бы. Просто скобку, что говорит, да пошло это нахуй ПТП, пошло оно нахуй. Стопудово. Просто ПТП, блядь, не сработало вообще. Ну, готовься, блядь, готовься, выиграешь на Сине. В итоге Синов в полуфинале у нас не осталось вообще. Не осталось от слова совсем.